Так, еще что я заметил, ребят, что у нас с вами нужно соблюдать стиль все-таки, да? Поэтому пойдем дипмод возьмем. Вот этот возьмем. Все та же беда. Вот так. Так, и теперь этот и этот. То есть о чем я, ребят? О том, что мы делаем с вами все-таки и. Вот, все правильно теперь. Из обрезков квадратных труб, там, сечений, я все-таки в этом немножечко разбираюсь. Такие есть, это точно. А вот закрытых коробочек не производят. Поэтому как бы из обрезка все делаем. Это, об этом надо помнить. Так, сейчас мы это сделаем. Видишь, брюк. Вот. Такой бывает. Можно найти обрезок такой на столе, где-то верстаке. И теперь выделим его тоже. Дитмод. И скажем, что нам нужен бевел. Вот такой огромный нам не нужен. 100 лет нам такой не нужен был. Нам нужен вот такой небольшой бовелек. Вот так. Сегментов, может, парочку. Вот. Все, мы его обточили, мы его сварили, приварили. Прекрасно, чисто должен чувствовать. Так, дальше. S и здесь сначала, потом S и по X. S все-таки по X, вот так, чтобы не врезались друг в друга эти так. Всегда можно приварить. Так, хорошо. Если уж сильно хочется, то можно сделать здесь пластинку и якобы приварить еще, да? Поставить две сюда заклепки. Ну, посмотрим потом, если нам захочется. Итак, мы с вами вот остановились на чем. Я говорил о том, что нам нужен болт. И я его просмотрел, честно, ребят. Вот он, внизу, в самом низу. Вот он встал. Да? Так, и давайте мы посмотрим, сгодится ли нам такой болт. Я думаю, да. Единственное, может быть, подлиннее он будет маленечко. Нет, не этот. Этот пускай так останется. Это тоже. А, вот. Это винт. Вот так. Так. И теперь можно его уменьшать. S. И посмотреть, действительно нам подходит или нет. G по X. Так, опускаем вниз его. Мысль такая, что он должен сюда привариться. Сейчас покажу, что я придумал. Надо было головочку побольше оставить. Ну да не беда. Дело в том, что хорошо он запоминает это все. Да? Вот. Длину мы довольны. Теперь нам надо вот это увеличить. Вот так, к примеру. Все. Вот в этом плане я когда-то думал, зачем это сохранять-то? Все время новые надо настройки. А вот для того, что вот провинился. Все, иди полезай в кузов. G по X. Так. И смотрим теперь. Вот теперь тоже смотрим точно. Так. Мне надо его вообще-то еще развернуть, чтобы приварить, наверное. Ну, сначала мы его уменьшим, как нам нужно.
Так, опускаем тоже куда нужно. Ниже по Z. То есть я хочу вот так. И теперь чуть его развернуть. Rotation по Z. Вот так, чтобы он площадкой встал. Надо сверху смотреть, секунду. То есть вы понимаете, что я хочу, да? Rotation Z. Я хочу вот эту площадь к стальному корпусу трубе приварить, якобы. И потом изобрести вот эти вот тут. Из них катки еще сделать. Так, подвигаем его. Теперь G по X. Дин-дин-дин-дин-дин. Смотрим, когда оно подведется туда. Еще можно чуть поменьше сделать. И подвинуть его еще. Ну-ка, сверху. Опа! Зараза какая. Сверху давайте посмотрим. В прозрачном исполнении. Так, вот, да? Вот наш этот. И двигаем его. Вот, я вот это хочу сюда его припаять. Так. Вот. Убираем, убираем, ставим. А к нему приделать вот эти вот кольца, шайбочки, но сделать их чуть потолще. Это я утончил очень сильно. Вот так. То есть, симулируя катки, теперь опять же G по X. Вот так. Но это неправильно будет. Это надо протачивать. Некогда этим заниматься рабочим людям. Смотрим. Да. И замечаем, что все-таки это большая штука, да, головочка. Ну да ладно. Зато она держится. Теперь мы их вместе собираем. Симуляция есть симуляция, ребят, что вы хотите. Я даже такой еще... Ну, таких шайб не бывает, чтобы еще толще. Хорошо, тогда мы их соединяем вот сейчас. Ctrl-J. Так. И делаем следующее. Идем Ray. Говорим, что нам надо... Это 0. А вот здесь могли бы. Так. А, ну тоже он тоже выделается, потому что у него пивот не там. Да? Пивот надо сделать по геометрии. Вот, по геометрии сделать пивот. Теперь все правильно будет. Убрать все эти трансформации. Нет, пивот оставить. Вот. И теперь уже можно делать. Сначала это убираем. Так, и теперь еще раз R пробуем. И по оси 1, допустим, здесь, да, а здесь 0. Вот. Теперь он правильно встал. Мы понимаем, что головка болта оказалась огромной. Ну, это не так страшно, потому что я вижу запас здесь. Сейчас. Сейчас, ребята, разберемся с этим. Вот так. Конечно, я вижу запас есть. Вот. Мы же их уже
Да ладно. Да ладно. Сейчас, секунду. Вот так сделаем. И вот эти два выделим. Так, они у нас, кстати, правильно, правильно. Вот эти два выделим. Так, окей. Не окей, а так вот сделаем. Выделим теперь все. Есть. Смотрим назад и двигаем его. По оси какой? Y. Вот. Как оно так получилось, что слишком маленькая какая-то? Вот так. Вот, теперь ничего нам не покажется длинным. Дело в том, что, ребят, кто выключил опять? Векмод. Так, где наш array? Раздвигаем немножко. Говорим, нам надо 3. 3. Так. И двигаем это все по оси Y в центр. Вот. Теперь все будет правильно. Теперь все будет правильно. Вот такая у нас гусеница получилась. Так, мы скажем apply. Учусь английскому. Так, и еще раз теперь мы ее промиролим со страшной силой. Не знаю, не нужно нам, наверное, двойных таких, это уже усложнение. Так, не так. А, подождите, ребята. Это мы сделали, все время забываю, объект, mirror, ой, это курсор, вот, в центр же надо, да, правильно? Тогда у нас по оси Z, X, должно все получиться. И мы можем сказать apply, и вот они наши. Благо, не надо думать, с нами Бог, он все за нас решит. Вот, получилась такая гусеница. С гусеницей мы закончили. Мне надо по рукам себе надавать, чтобы дальше не вмешиваться. Ну, вот, проимитировали пружины. А то мы начали собирать уже модель танка. Нет, вот так хорошо. Все, на этом закончим.